Всем привет, с вами снова Валя. Там что-то мэр на улице делает, что-то вытворяет, я не знаю, что там, что-то рвется, там что-то падает. Пойдемте глянем, значит. Боже мой. Боюсь, одна. На улице что-то делает. Мэр, ты что тут делаешь? Мэр, ты где? Мэр. Мэр. Ну, вроде все. Валь. О, Валь, ты... Ой, боже мой. Я снесу эту хату куда-нибудь. Так. Что ты хотела? А что ты тут делаешь? А? Ага, сетка где? Ты куда сетку делал? Ты что, продал? Дурёк, какой продал? Снял уже осень, ты шо? Она не нужна уже здесь, она рвется здесь, вся рушится. Вот, да и все, что ты хотел-то? А гремело ж, вот тут, вот там, вот здесь. Ты не видишь, какая у нас сегодня погода, а какой ветер? Это вот улетело, там пристрой чуть не завалился, а вот это чуть не улетело. Угу. Ну понятно. Ой. Подожди, стой, Валь, стой. У меня тут кое-какая есть к тебе просьба. Ну как, не такая, знаешь, сложная. Да. Поможешь? Какая еще просьба? Я отдохнуть хотела. А что тебе надо? Что ты так засмущался, ты гляди на него. Пойдем, я тебе покажу все, покажу, пойдем, пойдем. Я тебе все покажу, расскажу, как, что, куда, зачем это. Ты это, иди, иди, не переживай. Ой, боже мой, качели. Качели, да. Значит, ну что ты стоишь, иди сюда. Вот. Смотри, нужно украсть вот то. Вот то. И туда, в хату. Тихо, тихо, ты. Может услышать нас хозяин или реставратор еще кто-нибудь. Нужно. Нужно. Не, мэр, прости, я как бы все понимаю, но... Во-первых, зачем? Пока я не узнаю зачем, я это не возьму. Да и вообще не возьму. Зачем мне это? Потом объясню. Просто бери, иди в хату. Не-не-не, мэр. Просто так я не начну ничего делать. Ты понимаешь? Это же противозаконно. Ты понимаешь? Да. Да подожди ты, куда ты идешь? Зайди сюда. Я на это продам, и мы оба получим денежки. Большие. И поделим их. Тебе 50 на 50. 60 на 40. Мне 60, тебе 40. С чего бы это? Идея моя. Ты утащила. Все поровну. Ага, знаешь, идея это не такая дорогая эта штучка. А вот утащить это дура. 60 на 40. Или вообще 70 на 30. Понял меня? Мне 70%, тебе 30. Вот бабка, ты смотри. На всем бизнес делает. Ты смотри. Ну а что? Я согласилась, считай. Да? Значит, какое согласие, такое и уговор, короче. Все. 70 на 30. Или буду выше поднимать, или вообще уйду сюда. Никого ты больше не возьмешь. Я вообще всем расскажу, что ты украсть-то хотел, и меня это втянуть хотел, да? Давай, давай, давай 60 на 40, пожалуйста. 70 на 30. 60 на 40. 70 на 30. Ладно, не ори. Буду тебе 70 на 30. Бери и в хату тащи. Быстро, пока никого нет. А я буду на шухе стоять. Ну, притащила. И что дальше? Молодец. Теперь никому это не показывай. Никому скажи, что Валя Тезина передала тебе. Это ничего не это. Так что вот. Да. Ладно. А денежки я когда получу? Сейчас. Вот прям. Пойдем. Давай. Так. Скажи мне, сколько мы за эту штучку получили? Да. Так подожди. Ты мне ровно половину дал. Мы такое не договорились. 50 на 50 не до. 70 на 30. Давай сюда. А вот фиг тебе. Там идёшь. Ох ты. Ну все. Где реставратор? Сейчас я всем все расскажу. Сейчас всем все. Скажу, что он натащил, принес в хату. Я не буду. Ладно? Ой. О, реставратор. Реставратор. Там он украл. Мэр украл. Он барон. Господи. Мэр воришка, он украл там, он вообще. Какой ужас. Я пошел писать заявление в полицию на мэра. Шел, мэр вор. Представляете? Да, Валя, да, ты все правильно слышала, что тебе рассказали, он вор, он воришка. Расскажи всем.